Артур, расскажи по сезону, как шли на третьем месте и не удалось зайти в призовые места. В целом сезон провели мы хорошо. Не добрали очки в Евпатории, были обидные ничьи. В целом могли занять третье, второе место, помогли ЮФУ. Все, не знаю, что сказать больше. Сегодня по игре что можешь сказать? Почему первые два матча у нас не удавалась реализация, а сегодня мячи, было много забитых мячей? Ну, сегодня заключительный матч. Не знаю, может, Питер не донастроился совсем. Вот, мы ни одного мяча не забили, поэтому была мотивация размочить голевую засуху. Поэтому все были настроены. Спасибо.